Ванша-калпатарубья-счакрипа-синдубья-эва-чапатитанам бхаванебьо-вайшнавебьо-намо-намаха. It is my great pleasure and honor to have the opportunity to express my deepest love and gratitude to one of the dearest friends of my life, my most beloved godbrother, His Holiness Niranjana Swami Maharaj. Maharaj, in my heart of hearts, I am Maharaj, with you today on this most auspicious day of your Vyasa Puja. I want to express the gratitude that I feel for the lifetime of kindness, humility, compassion, that you have offered not only to me, but to the entire Vaishnava community. Your absolute dedication to our Guru Maharaj, Srila Prabhupada, has always been very strengthening and inspirational in my spiritual life. Your wonderful ambrosial kirtans makes the whole world dance. Your eloquent Ваши красноречивые и глубоко осознанные лекции приносят большие реализации и вдохновение всем нашим сердцам. Махарадж, мне действительно трудно выразить то, что я чувствую сегодня в сердце, но я хочу, чтобы вы знали, что я всегда желаю быть слугой слуги ваших слуг. И я молюсь в лотосных стоп Шри Шрирадха Гопинатха о вашем хорошем здоровье, чтобы вы в течение многих-многих лет могли совершать ваше великолепное служение миссии Господа Чайтани. И я молюсь в стоп Шрилы Прабхупады и всех предыдущих ачарьев, чтобы вы всегда оставались уполномоченными ими и чтобы продолжали осыпать весь мир вашими бесконечными благословениями. Hare Krishna, вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Его Святейшеству Ниранджана Свами Махараджу.